Итак, ребятки, всем привет еще раз. С вами Росси. Продолжаем играть в игру Герои-генералы. В прошлый раз я играл за советского солдата. Сейчас мы будем играть за вермахт. Это тоже пробный бой. Такие вот у нас хорошие такие камни. Реалистичные, реалистик камни, скажем так. Сейчас наша задача захватить и удерживать. Бог ты мой, где-то происходит страшная стрельба. Посмотрим список задач. У нас хотя бы есть автоматическая винтовка. Хочу его автомат забрать. Шесть патронов на нем. Хорошо, товарищ. Пацаны, отходите, я прикрою. Как смогу. В общем, страшная перестрелка происходит. Очень страшная. У вас здесь есть больше патронов на ППШ. Давайте. Кто тут за старшего? С кем разбираться? Ага, вижу врага. Готов. Используйте свою карту. Ага, все понятно. Ну, кто здесь на меня? У меня еще пол обоймов ППШ, между прочим. Вижу врага. Хорошо. Панзерфауст. Бугагашеньки. Давайте. Советы. Получите моего словца, так сказать. Я не знаю, зачем я туда выстрелил, но, наверное, что просто... Потому что просто могу. Так. Ух ты! ППШ хочу взять. Падла, подходи по одному, сволочи. Пацаны, держим, мы просто тут проход. И все. Просто этот проход держим и щем сюда со своих пулеметов и автоматов. Так, братуха, прикрой меня пока, брат. Брат ты мне, или не брат. Просто периодически, я думаю, туда можно... Панзерфауст огочить. Господи, как хорошо, что я отличный стрелок, я так считаю. Если честно, ребят, не знаю, почему. А, блин. Пётр Коваленко меня убил. Не знаю, почему такая ужасная графика, если честно. Должна быть нормально. Ну, фиг его знает. Так, хочу появиться. Ну ладно, только там. Удерживать цель. Вы знаете, мне кажется, в прошлый раз графика была получше. Блин, они прицепились со своим обучением. Используйте ящик с боеприпасами. Е. Удерживает объект наша армия 50% уже хорошо. Я бы велик хотел взять. Вот это. Ничего такое. Поехали. Ничего. О. Терлинг. Так, мы побежаем. Боевые действия. Занять гражданский велосипед, товарищи. Хотя мы за других играем. Так, ящик надо использовать. Сюда, товарищ! И умирать. Это боты, ребят, поэтому нормально. Мне просто... Мне тут что, дурачок какой-то на велике сидит. Так, хочу пополнить. Есть такое дело. Вон он, враг. Хорошо.
ППШ хочу взять, потому что я профессионал с ППШ. Так. Вы обратили внимание, одни хеды летят у меня, потому что я профессионал. Потому что я эту игру просто сожрал и высрал, извините за выражение. Где здесь? Где тут ящик с... Ах ты! Фашист! Откуда ты взялся? Гребаный фашист. Блин, не успел забрать патроны на ППШ. Это очень плохо. Будем с тем, что есть, играть. Все, мы уже, в принципе, мы победили, ребят. Это была изи каточка с нормальным автоматом. Короче, на ППШ решает, я понял. Конечно, против людей, наверное, было бы пожестче играть, чем против ботов. Ну, это первый, это за бойца. Наш великий рейх ближе к победе, ближе. Оценить битву. Шикарная, шикарная битва. Если бы я мог прожить жизнь, прожил бы ее еще раз, чтобы в эту битву сыграть. В общем, сводка. Бойцы получили очень много опыта. Значит, получены нашивки, физическая подготовка, перемещение в бою, оборона, штурм с пистолетом-пулеметом, штурмовик, специалист по... Ну, в общем, специалист по всем. Все, молодец, молодец. Первая кровь, бронза. Ну, потому что мусорщик, бронза. Боеприпас разблокирован. Улучшение. Пистолет-пулемет разблокирован. Конечно же, купить его прямо сейчас. Окей. Все, все. Теперь, смотрите, теперь я могу просто побеждать. Ребят, если вы не против этой рубрики, давайте будем просто так, такие боевки буду выкладывать. Может, когда-то интересно, когда-то не очень. Кстати, давайте попробуем поменять на пистолет-пулемет. Вот так вот. А, да. Все, теперь стало круто. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был Росси. Всем пока.